Главная проблема российского образования – то, что российских студентов не учат принципам конкуренции, меритократии, честности. Очень многие вузы поощряют списывание, поощряют нечестность. И это, конечно, большая проблема. Может быть, в России можно добиться многого без тяжелой работы, таланта, усилий и так далее. Но в мире нет. И большинство молодых людей сегодня будут жить так или иначе в мировой экономике, в конкурентной экономике, которая, наверное, будет работать по тем же принципам и в России. Сами преподаватели списывают. Вы знаете, есть такой проект «Диссернет» уже много лет, который показывает, что многие ректоры списали свою диссертацию. Более того, вы знаете, изучили кандидатскую диссертацию Владимира Путина. Вы знаете, он кандидат наук по экономике. И нашли там целую главу, списанную из американского учебника. Поэтому проблема списывания в России – это большая проблема. Это действительно проблема, которая разрушает самоуважение к процессу образования, к процессу исследований, девальвирует научные степени. Мне, как ученому, конечно, очень обидно.